Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол это жизнь, и это очередной ролик про MyClub. И как вы понимаете, очередной покопинг. Приятного вам просмотра. Итак, у меня на счету 110 звездочек сейчас. Я бы мог, конечно, как болельщик Барселоны, открыть вот этот мячик и получить здесь либо Месси, либо Гризмана, но я не вижу смысла, зачем мне открывать. Из этих игроков вряд ли кто-то попадет ко мне в состав. Тот же Месси, потому что у меня есть его молодая версия, я мог его просто друг друга качать. Поэтому я, как настоящий болельщик Барселоны, открою мячик с Атлетико Мадридом и буду надеяться на то, что мне выпадет Луис Суарес. Вот. Если выпадет даже другой абсолютно игрок, ничего страшного, у нас есть проблемные зоны в полузащите, мы вкачаем, потому что в Атлетико очень хороший центр поля. Итак, за 100 звездочек мы открываем пак, где точно будет черный мячик. Это уже гарантированно. Я буду надеяться на Луиса Суареса, почему бы и нет. Так, правая нога. Ну, это вряд ли Суарес, да? Это Жоа Феликс. Это Жоа Феликс, это самый худший мячик реально, который мог нам выпасть. Но выпадает именно он. Ну, я еще подумаю, что с ним делать на самом деле. Ну, неплохой вариант на самом деле. Итак, получили мы премиум агента за предзаказ. Сейчас мы откроем, посмотрим. Здесь абсолютно любой может выпасть игрок. Выпадают нам три футболиста. Поэтому, ну, будем надеяться, что-нибудь хорошее. И отправимся мы в чемпионат Англии. Надеемся, верим и... Серебро, понятно, и это еще и Дэнни, да, нападающий из Уотфорда. Глянем, кто еще нам выпал. Лазович и Радоя. Вот два игрока из сборной Сербии, замечательно. Итак, сейчас нам дали целых трех игроков. Иконик Момент, Манчестер Юнайтед, они также есть здесь за звездочки, но нам дали целых три попытки. И возможный вариант, здесь две иконы, это Пол Скоулс и Парк Джи Сунг, вот. Ну а также нам может выпасть Лионель Месси, которого мы бы вкачали в самого Лионеля Месси. Ну и остальные интересные тоже игроки, причем многие даже не из Манчестера Юнайтеда. Но все равно поехали, здесь нам может выпадать абсолютно любой игрок. Но я буду хотя бы надеяться на золото, вот. Это прям будет супер. Так, нам выпадает Денис Суарес из Барселоны, кстати, раньше в ней играл. Но сейчас вот уже в Сельте. Второй мячик. Ну и посмотрим, куда мы отправляемся. Мы отправляемся в Испанию. Ну что же, это Месси. Нет, ну это золотой мячик. Скипнем. Это Эдер Милитао. Интересный, кстати, игрок. Фифе бы очень бы много стоил на самом деле. Даже обычная его карточка. Ну и последний, третий у нас игрок. Из Иконик Момент Манчестер Юнайтед. И мы отправляемся снова в Испанию. Верю в черный мячик. Почему бы и нет. И, ну это Лионель Месси, ребята, мне выпал Лионель Месси, как я и сказал. Все, теперь мне официально выпал Лионель Месси, обычная его карточка. Супер. Есть игрок на обложку, мне выпал в прошлом выпуске Криштиану Роналду, здесь мне Лионель Месси. Но у меня и так есть Лионель Месси, потому что я предзаказ Барселоны именно сделал. Но так это вообще сейчас супер. Итак, нам опять дают паки за предзаказ. Поехали. Три игрока, абсолютно любого рейтинга нам сейчас может выпасть игрок. Но все-таки охота получить черный мячик, почему бы нет. Мы отправляемся с вами во Францию, давайте Неймара. Серебро, понятно, это у нас Райкович. Ну, интересно, конечно, голкипер. У нас он на прокачку, естественно, тут пойдет. Кто здесь еще? Алессандро и Маркус Берг из Краснодара. Ну и как же без него? Нам еще и дают Лионеля Месси. Черный мячик, обычный Лионель Месси, 94-й. Мы его, естественно, с вами вкачаем в Лионеля Месси 19-летнего с рейтингом 97. Ну, кстати, мы как-то уже вкачивали же, да, вроде с вами Месси, если я ничего не путаю. Вот. Месси в Месси, можно так сказать. Ну и вот он, Лионель Месси. Очень классно у него кастомные бутсы, которые Adidas лично сами выпускают. Хоть я и фанат Nike, но все-таки такие бы бутсы, именно такие Лионеля Месси я бы хотел бы приобрести. Лично для коллекции очень классный. Ну что же, сегодня мы с вами попытаемся выловить Криштиану Роналду из команды недели. 95 у него рейтинг. Постараемся вкачать Роналду в Роналду. И посмотрим. Но здесь абсолютно все черные. Но есть всякие вот эти Язичи. Орье. Кстати, Орье я не в курсе. На правого защитника бы неплохо, может быть, там залетел. Я не проверял. Там вроде вообще золотой у меня до сих пор игрок. Но мы открываем. И смотрим, что нам здесь может выпасть. Есть Донарума, есть Лукаку, есть Мхитарян, есть Криштиану. Но
мы сейчас с вами посмотрим. Но мы отправимся в Италию. Я уже верю, что это, дай бог, Криштиану Роналду. Правая нога, спущенные гетры. Это точно не Криштиану Роналду. Это ничуть не лучше. Де Пауль, да? Понятно. Де Пауль. Ну, рейтинг 88. Он даже может ко мне в команду залетит. Посмотрим. Но это неплохо. Итак, дали нам пак за предзаказ, где 3 абсолютно любых игрока. Но и также там очень большая вероятность на выпадение серебра. Но мы у нас будем все-таки надеяться. У меня охота золото там, либо черный мячик. Ну вот, мы отправимся в Англию с вами. Ну, это серебро. Сразу же скипаем. И это у нас Колман, правый защитник. Возрастной, конечно. Но смотрим, кто еще здесь. Конан и Писаканы. Ну что же, нам доступен один мячик. Черный мячик нам дали, поэтому это замечательно. И давайте мы его откроем сейчас. Может здесь абсолютно любой игрок, но с черной именно редкостью, поэтому это вообще замечательно. Так, Италия, ну что, Криштиану Роналду очередной. Это получается левая нога, это Лукаку. Это замечательно, на прокачку пойдет этот футболист. Ромелу Лукаку, 86 рейтинг, ну неплохо. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей, канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания.